В воскресенье химики будут отмечать профессиональный праздник. В современной жизни сложно найти хоть одну область, где бы не применялись химические вещества и материалы. От быта до высоких технологий. Они знают все о строении и свойствах веществ. В этом убедилась Юлия Черешнева. Смешиваем эти два раствора. Получаем протекание бурной химической реакции. Уж они-то знают о бурных реакциях все, и эти знания помогают химикам не только в работе. К примеру, рассказывает Ксения, этот модный напиток, да еще и вкупе с жевательным дрожже, крайне вреден для здоровья. То же самое происходит в организме, взаимодействие кислотной среды с большим количеством углекислого газа. Подобная реакция произойдет, если запить вот такую таблетку от кашля, к примеру, соком или газированной водой, где много углеводов, и при окислении они обугливаются. Химия нас окружает повсюду, и нужно знать, какие химические превращения случается, тот же пример с Кока-Колой и Ментосом, что у нас происходит в организме, что это очень вредно. Химия стабильно остается одним из самых востребованных направлений. На ней основаны новейшие разработки силиконовых и наноматериалов, передовые технологии в области медицины и многое другое. Поэтому даже за молодыми специалистами работодатели выстраиваются в очередь. Ксения и Максим – студенты 5-го курса. Будущие технологии полиграфического и упаковочного производства уже трудоустроены. Ксению пригласили на работу в Шадринск, Максима – в Ревду. Закончив нашу специальность, мы можем работать как инженером-технологом по производству упаковки из полимера, того, картона, либо стекла. А также можно работать будет дизайнером в различных типографских учреждениях. Основным направлением в обучении наших студентов является изучение химической природы и свойств различных видов упаковочных материалов, а также технологии их создания. Кроме того, исследование свойств упаковочных материалов позволяет нам с помощью различных компьютерных программ моделировать, создавать новые различные формы, дизайн старой упаковки. Так что знать таблицу Менделеева так же хорошо, как таблицу умножения, сегодня выгодно. Юлия Черешнева, Кирилл Горин, Вести, Магнитогорск.